Привет, друзья! Ну что, приготовим вкуснейший завтрак? А главное, полезный. Так, что у меня здесь? Руккола, шпинат, салат, шнит-лучок и укропчик. Всего понемножку. На разогретую сковороду, смазанную маслом. Сейчас все это положим и немножко притомим. Так, пока это все томится у нас, запах вкусненький идет. Так, беру кусочек лаваша, обрезаю его типа по диаметру сковороды. Немножко у меня сегодня кривовато. Так, обрезки сюда в миску. И сейчас в миску разбиваю 2 яйца. Все, друзья, вилочкой все это разболтала. И сейчас выливаем на нашу зелень. Аккуратненько. И вот так сейчас лопаткой распределим по всей зелени. Все, красота. Сейчас наверх приклеиваем лаваш. О, получился он у меня немножко не совпал с диаметром сковороды. Плохо померила. Так, ну ничего страшного. Вот так приклеиваем хорошенечко. И ждем, пока зажарятся яйца. Ну что, друзья, пробуем перевернуть. Конечно, лучше бы помочь второй рукой. Ну ладно. Смотрите, какая красота у нас получилась. Просто прелесть. Так. Сейчас посыпаем на одну сторону сыра. Вот так вот, наполовинку. Посыпаем сырок. Мне, чтобы видеть, куда сыпать, надо камеру, получается, все время болтать. Так, все, весь высыпаем. Аккуратненько. И накрываем вот так вот нашим блинчиком. И зажариваем одну сторону, а потом вторую. Ну, лаваш у меня получился меньше, чем блин, но ничего страшного. На вкус это не повлияет. Все, одна сторона зажарилась, перевернула на вторую. И сейчас скоро будем завтракать. Вот, друзья, какой шикарный завтрак у меня получился. Огурчик свой из теплицы. И вот такой вот красивый завтрак. Посмотрите, как это красиво на разрезе. Просто прелесть. А как же это вкусно! Я уже готовлю на этой неделе второй раз себе такой завтрак. Мне очень понравилось. Все, друзья, кто завтракает вместе со мной, желаю приятного аппетита. А всем остальным желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока!